Хей, Йога, с вами Шамки, и мы продолжим пройдитируху под названием Секира. Окей, мы вернулись с храма, я не помню зачем. Так, поговорить. Хорошо, что вы пришли, господин Волк. Поговорить. Значит, это не родимое пятно. А это уже было, да? Все. Давай пока. Так, что нам нужно? Где мы вообще остановились? У нас есть петардики, божественные слезы, сопротивление, так, против призраков. Идол кармана шатроэтка, буду возвращать из дерева, может выспать так многократно, бла-бла-бла. Давайте я ее попробую заюзать. Так. Ой, не то. Идол, так, в разрушенном храме. Разрушенный храм, это где мы сейчас? Ну, просто никогда идол не юзали, типа. Мало ли. Вдруг это тоже кажется то же самое, что воспоминание. А нет. Нет. Окей. Вот так, окей. Переместиться. Сейчас буду я вспоминать, где мы остановились. Так, нам нужно на замок зайти, точно. Колокольчик мы открыли, и мы остановились здесь, в опустевшей долине. Эге. Так, либо замок, либо. Давайте в замок. Так, где крыша? Вот это, да, крыша у нас? Блин, у нас там вороны. Может, давайте сделаем, знаете, как? А пробежим. Типа, нам есть что терять? Нет. У нас... А по деньгам что у нас? Стоять. Стоям бы. Блин, нужно, наверное, было закупиться. Если у нас много денег. Вот это что-то я момент проворонил. Окей. Окей. У нас... А, 58. Все, полетели. Заебись, что сказать. The Abyss. Хороший крюк. Давайте пробежим. Ни хрена! Окей, значит, здесь все-таки что-то да есть. Окей, фух. Здрасте. Пепелище. Ящичек. Симка. Да, тути. Не-не-не, обратно, до свидания. Чё? Он суициднулся, окей. Это что сейчас было?
Так, глэчик. Глэчик, да? Так, мы тогда вниз прыгали с вами к рыбкам. А теперь мы в каком-то храме. Что-то у меня сомнения насчет этого места всего. Это было опасно. Ну, кажется, что здесь ничего нет, но мне кажется, тут что-то есть. Ни хрена там самураев. Это опасно. Так. Локейшн. А куда мужик делся? Странное патрулирование. Так, там внизу что-то да есть. А, мне нужно запомнить, как они ходят. Но меня навряд ли заметят, потому что у меня же скрытность прокачана на второй. Угу, я могу вниз полететь, зацепиться за что-то. Это было сейчас опасно. Тупые вазочки. Так, дрожжи. Так, ладненько. Значит, будем идти очень тихо, чтобы ничего не зацепить. И оглядываясь... Так, я могу наверх залезть. Мы же синоби с вами все-таки. Так, гатина. Так, окей. Вижу свет где-то фигарит. Ой, тихо. Все. Зизи. Зизи. Изи пизи. Ну, типа, он меня видит, но меня атаковать не будет, походу. Кто меня еще заметил? Стоять. Только это бабка. Да все. Кто меня там все еще чекает? Откуда ты знаешь, что я тут? До свидания. Фих.
Воу-воу. Ладно, я полетел, до свидос. Что-то у него слишком много стойкости. Что-то я пошел, походу, не туда, да? Хорошо. Будем тогда так забирать. Так, остался один. Так видите, они, главное, еще не теряют сразу. Хорошо. Тут у нас что? Тут мы сейчас обходим вот этого мужичка. Херово то, что я задел. Так, вот это вот картина. Как помните, в домике этой. Жиночки. Найс. Да хватит испух тут, блядь. Бесишь. Сейчас пойдем того пытаться убить. Чё такой сложный? Зачем так сложно? Ой, класс. Ладно, у нас так, такая атака есть. Ну он страшный. Страшно, вырубай. Хочу с тобой драться. Ладно, уговорил, уговорил. Ой, тихо. Да тихо, я не могу. На тебе внимание зациклить, дурачок. Просто минус до хера хилок. Это я зачем открыл хотя бы? Так, шар богат.
Госпожа Эмма, скажите, что случилось с этим человеком? Воды молодости. Вот как это называется. Вы хотите сказать, что это секретное оружие Сина? Да. Те, кто впьется эту воду, не может полностью умереть. Точнее, они вообще не могут умереть. Вода молодости, она тоже... То, что происходит от крови дракона, да? Да. Госпожа Эмма, я не верю, что кровь дракона священна. Совсем не верю. Окей. Что-то у меня такое предчувствие дерьмовое. Если я сейчас туда пойду... А я туда не пойду. Нахер надо? Нахер оно мне надо? Ё-моё. Так, стоять. Что я хотела? Здесь вот такое вот место было. Так, кошелек. Еще кошелек. Бусинки. Окей. Это я куда иду хотя бы? Ой, ни хрена там воинов. Можно обратно? Можно обратно? Присядь. Я не хотел сюда падать. Но я, походу, проход открыл. Ладно. Это хотя бы какой-то... Да ладно. Даже так. А тут закрыто. А так меня не впустят. Что, давайте? Давай, 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 что такое? Чё такие? А чё такие? Ладно, с одним таким можно справиться. А вот с большим количеством сложечина. Не фризь! Не фризь! Так, еще ящик. Ну, в ящиках довольно хорошие вещи постоянно лежат. Сабимару. Древние мечи Кадаки вместимы так покрытым синеватой ржавчиной. Можно установить в протезе ноги. Этот меч был выкован кузнецом Асина для борьбы с нечеловеческим злом. В незапамятные времена, вторгившись в те земли, говорят, что именно синий яд. Так, пронзал духов. Это у нас меч против призраков и нечисти. Так, еще рединчик. И еще, походу, один обход. Отлично, отлично. А это у нас...
Ага, я понял, где там. Хорошо. А можно не фризить? Пожалуйста. Спасибо. Ой, вот это пушки свои, блядь, запуляют. Пуляют пушечки свои. А мне посрать, ха. Так, где-то я здесь еще помню, один был сидячий. Вот он, нашел! За мной не побежит. Ух. Я помню, я просто помню, что это был один, ё-моё. А. Лошара. Лошара. Ладно, они теперь для меня хиленькие. Но мне все равно нужно сделать левел ап. Для того, чтобы что сделать? Правильно. Левел апнуться. Пам. Ну блин, скрытность все равно нужно еще немного прокачать. А я что-то урны не забрал тогда? Плохо. Сейчас это дело исправим. Ой, и там я еще не забрал, ё-моё. А что я тут делал? Так, железо. Так, эмблема. Япнулся, хорошо. Так. Теперь отдыхаем. Давайте, наверное, я отправлюсь... Так, переместиться. Важные места, разрушенный храм. Переместимся, я прокачаю себе еще разок этот. Урну. Ну, не урну, а хилку нашу. И сходим, наверное, попытаемся убить... Того ниндзю, самурая. Ну, короче, не суть, который там находится около еще одного хила, так сказать. Так, а по деньгам что у нас? Денег у нас много, нам нужно закупиться. Так, а дать семечко тыквы. Окей. Так, ты. Давай, купить предмет. Либо кошелек, либо дрожжи. Успокаивающее средство нужно от страха, наверное, еще взять. Что взять это? Давайте, наверное, Рилли возьму от страха. Потому что, мне кажется, с призраками будет довольно сложечно. Все, поехали. Так. Ага, переместиться. Замок осинов. И верхняя башня. Мне кажется, что, скорее всего, это мини-босс.
Из него просто дадут бусинки. А официальный босс, ну типа основные, да, которые... Там типа воспоминания дают за них. Но это не тот босс, который мне нужен. Ой, я знаю, что еще можно попытаться сделать. Ладненько, потом. Ладненько, потом. Туда сбегаем. Так, а что у тебя такое здесь? А, у тебя лестница наверх есть, приятель. А знаешь, что я забыл? А знаешь, что я забыл сделать? А я забыл много, что сделать. Вот черт, ладно. Поехали с ним сражаться тогда. У меня 7 хила. О, у меня было только 5. Вау, окей. Вау, что это было? Вау, вот это опасно. А как? Слышь? Сложно, вырубай. Сложно выру. Сложно вырубай. Ну черт. Воу. Тихо. Я флягу вторую заюзал. Еще. Ой, ладно, все. Хотя 300 только. Бусинки. Свиток о старой битве. В землях Осина, никогда служившие так призраки, они метали молнии, которые нельзя было отразить. Так, старайтесь не касаться ногами земли и отражайте молнию. Ага, хорошо, спасибо, он скорее всего пригодится. Отражение молнии. Если молния ударит в человека, когда тот стоит на земле, удар обездвиживает его. Однако, если в это время находится в воздухе, энергию можно так... Энергию молнии можно задержать и выпустить в противника. Слышь? Откуда идешь? Алло? Дядь? Я ж тебя сейчас выбью. Дядя, уйди. По-хорошему. По-хорошему. Он сейчас поймет, что здесь никого нет и уйдет. Не, ну смотрите, в принципе, этот вообще какой-то изичный. Просто парируем и все. Изи. Да что ты идешь сюда? Мне кил нужно. Ты тупый NPC! Свали отсюда. Пиздец, окей. Так, магнитики. Дрожжи. Он меня бесит, слышите? Он мне мешает.
Можно без фризов? Алло. Фризы вырубаем? Так, мне кажется, вот момент, когда нужно юзать, наверное, статуэтку. Мне кажется, это единственный способ. И самый безопасный. Так, окей, значит, мы можем уже отражать молнии. Но я все еще не знаю, как плавать. Мне нужно научиться плавать. Как плавать в этой игре? Ты же одноразовый был? Да, одноразовый. Так ты летишь или нет? Уик. Что-то не летит. Как господин Исин? Он чудо, что он до сих пор с нами. Вот как. Божественный наследник, я попрошу тебя еще раз. Свяжи и меня с свой клинок бессмертия. Он хочет бессмертия? Бля... Я не могу этого сделать, господин Генитира. Тот, что в тот раз вы победили, не значит, что это так. Он не пожелал жизни, чтобы освободить меня. А не пожалеет жизни, чтобы... Ибо он мой синоби. Да ладно, уже битва с боссом, еще одна? Нахер на? Господин, я пришел за вами. Это... Не займет много времени. Да ладно. Понятно. Пока ты жив. Кровь дракона не может стать моей. Рука, только что убил мини-босса. За шо? За шо? Просто... Сразись со мной, шиноби. Эй. Не, я понимаю, ты крут. Все, я отлетаю. Ой, а где парирование? Так у меня парирование таких ударов есть. Сука. Да шо? За что?
за что? Почему он бьет? А почему он бьет? А где? Где прицел? За что так сложно? Вот за что? Вот почему? Ой, блядь. Где парирование? За что? Блядь! Блядь! GG. Просто. Найс. А почему я не мог парировать? А как парировать, блядь, их? Я не мог. Вот так, кулич атаки. Кулич, как парировать? Или только с копьями работает? Нет, оно так и не работает с копьями. А, ладно, давайте тогда, я думаю, на этом остановимся. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.